Добрый день всех с наступающим Рождеством. Новогодние все вкусности съели, и я решила на Рождество сделать еще каких-нибудь два вкусных блюда. Здесь я натерла два вида сыра. Один мягкий, другой твердый. Выдавила сюда два зубчика чеснока. Порезала крабовых палочек. Так, чеснок сейчас размешаю. Крабовые палочки сюда отправляю. Ой, простите. Размешиваю хорошо. Что-то чашечку я маловатую взяла, может быть и ничего. Переложила в другую. Сделала майонез, одно яйцо и 100 грамм масла. Больше масла не захотела наливать. Соль, сахар. И весь майонез я сюда сейчас отправлю. Чтобы у меня была такая, знаете, масса. Не буду время ваше занимать. Нет, как раз хватает мне майонеза. Можно шарики сформировать. Все что угодно, обвалять их. В грецком орехе, допустим, орех измельчить. Ну, я буду так на бутерброд. Еще, может быть, сделать, пожарить кусочки белого хлеба. Можно сделать на тостере тосты. Точно, надо тост достать. Тостер стоит у меня наверху. И правда, вот видите, во время и вспомнила. Ну и вот такая будет вкуснотища, правда? На горяченькое что-то можно придумать. Я еще пока не знаю, что придумаю. Ну и сделала винегрет. Первый раз винегрет я добавила яйцо. Мне понравилось, правда. Нормально можно кушать. Огурцы здесь и свежий лук обязательно. Я люблю, когда хрустит. С луком. Вкуснятина. Свеклы, правда, у меня тут маловато, но все равно вкусно.